Всем привет! Обзор нашего очередного колечка. Опять же, пальцы и ногти не мои, маникюр не мой. Это пальцы нашей сотрудницы Ксюши. Я уже говорил об этом в предыдущих видео, но вы все равно продолжаете писать мне часто, что отличный у тебя маникюр. Маникюр не мой. Сделали, продали очень много мы вам, ну как очень много, несколько десятков звездчатых сапфиров черных с золотым отливом. Великолепный камень, очень мне нравится. Прям такой, я называю это даже открытием года. Значит, 20 карат здесь звездчатый сапфир. Снимали в пасмурную погоду, поэтому звезду или структуру хорошенько высветить не удалось. Но как это все выглядит при хорошем освещении, вы наблюдали на предыдущих видео. Модель кольца очень простая. В нашем стиле прям это серебро. Матовое чернение родием. Это такой металл из группы платины. Он именно дает такой приятный благородный цвет и оттенок покрытия, да? Покрытие, естественно, со временем трется, царапается. Но, в принципе, вообще все трется и царапается. И золото, и даже платина. Поэтому за таким колечком нужно ухаживать. Нужно примерно раз в полгода его отдавать на профилактику, чтобы покрытие возобновляли. Возобновить это покрытие может, ну или перепокрыть, да, может любой ювелир в любой мастерской, стоит это в России около 1000 рублей. Он же полирнет колечко, он же перезакрепит камень, чтобы камень не выпал. Интересный момент, что когда я под заказ нашел этот 20-каратник, я решил, что ладно, этот я отдам покупателю, покупатель хороший человек. Но потом, когда еще один такой найду, я обязательно оставлю его себе. Так вот, другой, второй 20-каратник я больше не нашел. Самый крупный звездчатый сапфир, который нашел после вот этого, уже был 16 карат. Их было всего 2 или 3. Их тоже быстро забрали. У нас на руках, мне кажется, один остался. Один я успел взять себе. А все остальные и того меньше. И если отбирать без трещин, с интересным рисунком, их буквально пару десятков мы купили, отложили. Поэтому пишите, обращайтесь. В принципе, их добыча закончена уже давно. Мне почему-то казалось, что на рынке их очень много, а их, оказывается, на рынке нету. Опять же, часто специалисты, ну, в кавычках специалисты, пишут, что ты нам рассказываешь, да их вообще он полно в интернетах продают. А вы попросите сертификат. Они будут залиты стеклом, с диффузией. Я такое сильно не люблю. Я люблю или негретые, или максимум это гретые. Вот у нас несколько звездчатых есть гретых. У меня, например, в перстне будет гретый. Я считаю, что это нормально. Со стеклом или с диффузией, или с какой-то заливкой чем-то химическим у нас сапфиров нету. И у нас есть сертификаты и документы на каждый камень. Поэтому пишите, если вы хотите приобщиться вот к такой необычной красоте. Сделаем вам интересное колечко. Сейчас у нас в работе несколько десятков колец со звездчатыми сапфирами. Будут и женские с бриллиантами, и в золоте, и в серебре, и в мужские, и всякие разные. Наблюдайте, смотрите за новостями, подписывайтесь на канал.